О смерти Виктора Ренева узнали утром 26 ноября. Для тысяч оренбуржцев это немыслимая горькая потеря. На прощание родные, друзья, коллеги и те, для кого он стал близким человеком. Более 40 лет своей жизни Виктор Ренев посвятил оренбургской культуре. Балетмейстер в Орске, руководитель Дома культуры, экс-министр, советник губернатора области по вопросам культуры и искусства. Он по-настоящему любил свое дело, получил множество почетных наград. Дважды стал лауреатом премии «Оренбургская лира». Виктор Ренев – заслуженный работник культуры России. Он жил культурой. Наша культура, который он посвятил всю свою жизнь, понесла невосполнимую утрату. Мы все, кто его знал, понесли утрату, потеряв друга, товарища, наставника, коллегу и просто замечательного человека. Одна из главных побед Виктора Ренева – создание в регионе Института искусств имени Леопольда Мстислава Ростроповича. Он и сейчас славится своими талантами. Благодаря Реневу в Оренбурге проходят международные фестивали «Гостиный двор», «Евразия», а также Всероссийский фестиваль профессионального народного творчества «Оренбургский пуховый платок». Не только настоящий профессионал, но и человек глубокого личного обаяния и высокой духовности. Так о Викторе Васильевиче говорят коллеги. И у каждого из них своя история. Строили в то время как раз кинотеатр «Союз» и вот наш замечательный Дом культуры. Я увидел в этом человеке очень высокотворческого, интеллектуального человека, прекрасного организатора. Это человек, который ценил в первую очередь душу человека. Я помню его очень хорошим профессионалом, у которого мы действительно учились. Он был старшим, мы заканчивали один институт, Челябинский институт. Главный урок – порядочность, профессионализм. Вот, ну и, конечно, отменное чувство юмора у него. Это потери не только для близких, не только для сферы культуры, но и для многих и многих людей, которые с нашей благословенной отраслью никак не связаны, но считают его своим настоящим другом, соратником. В этом году Виктору Реневу исполнилось 70 лет. Свой юбилей он отметил в областном драматическом театре. И именно в этом зале его провожают в последний путь, навсегда запомнив как образец стойкости, жизнелюбия и профессионализма. Елена Еремна, Георгий Бурлуский. Новости дня.